Привет, друзья! С вами Versus Street, битва технолога, и сегодня у нас на битве два немца, Audi против BMW. Возможно, вы скажете, что это противостояние неравное, потому что это у нас внедорожник, а это у нас спортбэк. Но два автомобиля, трехлитровые турбодизели, в принципе, гонка моторов, и на Audi у нас масса меньше, на X у нас больше. X у нас 249 коней, 2200 масса, Audi у нас тонна 830 и 245 коней, если, да, если не ошибаюсь, точно, 245 коней. Вроде бы преимущество должно быть на стороне Audi, но у X у нас большие 21 колеса, и на X небольшая прошивка у нас стоит, как говорит владелец. Посмотрим на 402, кто из них будет быстрее, кто медленнее. Запускаем. X мы замеряли до сотни, едет 6,5 секунд. Audi мы замеряли, едет до сотни за 6,4 секунды. В принципе, до сотки автомобили равны по разгону. На 402 метра уже посмотрим, какова будет динамика, какова будет разница, и будет уже понятно, кто из них будет быстрее. Оба водителя едут с одной машины. Владелец X говорит, что раньше он ездил на точно таком же автомобиле, с таким же двигателем. С одной педалью оба владельца едут. Ready? Go! И какой-то слабенький старт получился у нас на Audi, и хорошо выстрелил X5. Сразу же уехал примерно на корпус на 2. Видимо, Audi нужно было ехать с двух педалей. X у нас свежий, 2018 года, если я не ошибаюсь. Audi у нас 2012 года. 6 лет разницы между автомобилями и 400 килограмм также разница. 5 корпусов уезжает вдаль от Audi X5. И будем запускать уже с двух педалей нашу Audi. Второй заезд, двух педалей у нас едет Audi, с одной педали у нас едет дикий-дикий X5. Все? Готов, да? Готов? Ready? Поехали! И в этот раз двух педалей намного лучше получился старт у Audi. X5 был с одной педали, и как дико догоняет X5. И на середине дистанции, мне кажется, насквозь проходит Audi и уходит где-то на корпус на самом финише. Мне здесь не видно, но я думаю, где-то так примерно и есть. X корпус. Точно, я был прав. X побеждает в корпус. Принял. И со счетом 2-0 X5 побеждает нашу Audi A7. Ну, видимо, стейдж и свежие года X сыграли положительную для него роль, и победа за X. Ну, а дальше вам будет обязательно бонус. Или, возможно, это будет не просто бонус, а какое-то даже противостояние. Это у нас бонусный заезд. И почти полноценная, наверное, тоже битва. Ну, просто бонусный заезд. К заезду BMW против Audi. У нас замена немца на немца, и у нас ставим другого немца, легендарного Мерседеса 210-го, в 10-м кузове Лупатова. Мерседес — это у нас Е500, полный привод, 306 коней, 249 на BMW, 306 на Мерседесе, и тонна 800 с копейками масса Мерседеса. Но не забываем, что Мерседес у нас в большом уже возрасте. Он у нас 2001 года, если не ошибаюсь, а BMW у нас 2018 года. Просто колоссальный разрыв в возрасте, 17 лет. Посмотрим на 402 метра, что в этом бонусе мы увидим. Поехали! И хорошо, хорошо оба автомобиля стартанули. И сразу же себе корпус начинает притаскивать и уходит от Мерседеса. Мерседес годовалый. Не вывозит, к сожалению, 306 коней Мерседеса, и масса тонна 800 уходит X даль. Просто дикий какой-то X. Ну, надо заметить, что X у нас на, как сказал владелец, на небольшой прошивке, и разницу сейчас мы услышим от финиша. 6 корпусов. 6 корпусов уходит BMW, просто даль далекая, с одной педали BMW ушло, хотя вроде такой ровный был старт. Еще один заезд по просьбе владельцев. Уже едут двух педалей оба. Да, Мерс прям настроен. С одной X едет, с двух Мерс. Отлично. Ready? Поехали! И чуть-чуть лучше, конечно же, с двух педалей получился старт. И как вырывается X5. Нагоняет Мерседеса. Дико просто нагоняет на середине дистанции. Накуканивает Мерседес. Как бы это было не прискорбно для владельца и, возможно, для меня. X однозначно уходит корпуса... Корпуса 2-3, наверное, разница. Дикий старт просто у X. Просто едет и едет.
Даже 3,5 корпуса. Принял. Победа за BMW. Это был бонусный заезд. И наша версия стрит-битва технолога. Там летает у нас Павел. Здесь Александр. Здесь Александр. Подписывайтесь на наш канал. Нажимайте колокольчик, чтобы быть всегда в курсе событий. Проходите по ссылке в описании на второй канал. Подписывайтесь. Всего доброго и удачи. Сейчас я его спрошу. Саш, снимаешь? Ты скажи, у тебя что там, стейдж второй какой-то или что? Стейдж, блин. Ты просто дико у всех уходишь. От водителя? Понятно, понятно. Все, вопросов нет.